Называется «Время заката». Сначала скажу про «Время заката», ты успеешь, я много. Писалось тогда, когда, ну, стихи писались, когда мы сидели на карантине, долго сидели, вот, и Гагарин, он из космоса на Землю смотрел, а я смотрела с 17 этажа. И вот наступало время заката, и я всем говорила: не звоните мне, ничего, я не могу говорить, у меня время заката. Потому что у меня очень красивые закаты. Вот, это с этого началось. А дальше вспомнилось детство, как папа мечтал, чтобы я играла непременно на аккордеоне. Алёша оказался аккордеонистом. Вот. Ну, в общем, все сложилось. И получилось вот так. Да, Алёша несколько лет ныл, он: напиши что-нибудь про аккордеон, про закаты написала, про женские страсти написала, про тяжелую женскую долю тоже написала. Вот, наконец, про аккордеон. То есть это полностью авторская песня, музыка и стихи «Время заката». Продолжая тему
танцплощадке 50-х с эстрадой такой ракушкой. Ага. Конечно, это не беда. Стихи Енины Юдиной. Thank you.